Что хочу сказать по национальной платежной системе. Я не знаю, если будет хороший промоушен для этого в России, если сделают так, что надо пользоваться, и это всем будет удобно, и все должны этим пользоваться, потому что это, так сказать, удобно. Но я считаю, что если это будет внутри России, я думаю, это как бы не пойдет, фишка это никак. Потому что MasterCard и Visa — это мировая. Я вот, у меня есть две карточки, и Master, и Visa. Я в любой стране, где бы ни был, абсолютно, я могу полностью воспользоваться ей. Просто если введут у нас чисто на территории России, ну, это будет не актуально. Если же все-таки сделают платежную систему на мировой уровень, то, конечно же, это будет интересно. А так, ну, будет она пользоваться в кругах там бизнесменов, предпринимателей, золотой молодежи, там, у кого есть какие-то деньги, но не более этого. На полностью на весь российский рынок она не попадет, но это реально не актуально. Если даже сравнить по таким минимум, в том же Китае есть у них карточка специальная, Octopus она называется, то есть осьминог, который расплачивается и в метро, и в магазинах. Вот сейчас у нас сделали в московском метро «Тройка» называется, но она только действует на метро. Все, дальше ты с ней не можешь расплатиться, ничего, немного не доработали. Поэтому я считаю, что не актуально это будет. Будут большие затраты, большие рекламы, а дальше России это не пойдет. Вот и все. Такое мое мнение.